При поддержке правительства Республики Таджикистан в настоящее время реализуется 11 государственных стратегий, концепций и программ в сфере образования, направленных на развитие и реформирование сферы. Ведь повышение качества образования очень важно для подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Повышение качества образования в высших учебных заведениях, подготовка высококвалифицированных специалистов, своевременное выполнение государственных стратегий, концепций и программ является влиятельным фактором для развития национального образования. В Душанбе в Университете Центральной Азии с 26 по 30 июля проводятся курсы для преподавателей в рамках проекта «Человековидение». На тренинге принимает участие 25 человек из 10 университетов Таджикистана, а также из других стран Центральной Азии. Главная цель этого тренинга – ознакомление с новыми технологиями преподавания и методами обучения. По приглашению Университета Центральной Азии сегодня команда Коканского государственного педагогического института имени Мукими участвует в тренинге тренеров по повышению квалификации в рамках проекта «Человековидение». Сотрудничество с Университетом Центральной Азии нашего института уже идет на протяжении более чем одного года. Сегодня мы участвуем второй раз. И основная наша цель участия в этом проекте, как в международном проекте, так и вообще в курсах этой повышения квалификации, это обучение новым методам, обучение новым технологиям, что очень важно в карьере преподавателя, что важно в сотрудничестве с молодежью. Это взгляд и интеграция всех наук, философия и наука, философия и экономическая трансформация, цифровая трансформация, искусственный интеллект. Все эти вопросы также не чужды рамках этого проекта. Особенно важно наше участие и прибытие в красивом молодом городе Душанбе. Очень важно в рамках сотрудничества и наших государств по инициативам наших президентов, которые поставили главной целью это дружеские отношения между нашими странами. Это касается и обязательно сферы высшего образования и образования вообще.